коллективе, который прибыл сегодня, там, что это за замечательное? Коллектив, государственный ансамбль «Мы и наши горы», песни и танцы. Довольно уже с опытом, лет 17 коллектива уже. И за 17 лет мы успевали побывать в разных странах мира. Но для нас самое родное – это Россия, потому что в год два раза мы приезжаем в Россию по приглашению армянских общин разных городов, разных регионов. Ну, сегодняшний день мы уже второй раз находимся в Пензенске. И первый раз мы были года 4 тому назад по приглашению армянской общины. И думаю, что на этот раз мы сможем сделать все, чтобы получили еще дальше приглашение. Первый раз мы, правда, в маленьком зале были, но на этот раз, мне кажется, зал новый, большой, филармония это. Даже можно сказать, что нам очень редко удается в таких залах. Очень красиво. И город тоже нам очень понравился. Немножко о программе еще расскажите, вот, с которой будет. Вот программа у нас в основном фольклорные песни, танцы на армянских. И патриотические у нас песни. Программа довольно веселая, нормальная, хорошая программа. По этой программе мы первый раз здесь выступаем. В прошлый раз мы по другой программе были. На этот раз мы более веселые такие песни взяли, чтобы и зрителям интересно было. Это что-то известное, да? Ну, вот если конкретно Ангара говорить, вот, который сегодня будет звучать. Ну, для армянского народа, да. Более... Что перечислится? Может, ну, там карабахские эскизы у нас, вот, национальные наши фольклоры. Брови там про карабахских девушек песни. Довольно такие знаменитые, довольно известные, да, среди нашего народа.